со всеми долгими праздниками. И в этом году у нас, это кажется, первый вечер. Проект «Культурная инициатива» продолжает свою литературную программу. Не считаем 8. Да. Все-таки. Ну, в Москве. Сезон 2018-2019. Для нас, страшно сказать, это 15-й сезон. И как раз таки, сегодня у нас цикл «Вечер из цикла «Полюса», который мы придумали 15 лет назад. Это был первый вечер нашего проекта. Поэтому мы говорим, что это самый наш старый, самый, пожалуй, известный и точно самый любимый, да, потому что с него мы начинаем. Кстати, буквально завтра как раз юбилей 15 лет «Полюсовича». Да, будем считать, что сегодня. Да, нам день туда-сюда. 12 января 2004 года были первые «Полюса» между поэтами Дмитрием Воденниковым и Максимом Амириным. Вспоминаете «Полюса»? Я бы... Жалко, да? Я бы повторил. Значит, мы придумали этот цикл вместе с совершенно замечательным, но очень скандальным поэтом Иваном Волковым, который и был ведущим этого цикла какое-то время. Потом он решил, что москвич в черном каком поколении он больше ее не любит, и уехал жить в Кострому, где и живет, и, кстати, активно пишет и публикуется в том числе, например, в разных журналах. Супер, вот это как сказал, как всем плюс. Значит, первые 5 лет этот цикл проходил в клубе Тирогина Никольской, рядом с Красной площадью в подвале. Там был этот, какой-то салон Ковали, мы говорили, а мы в подвале. Значит, довольно там, на мой взгляд, успешно шел. Мы отпраздновали 5-летие цикла, и на следующий день клуб закрылся. Я совершенно уверен, что это не по нашей причине. Дальше мы перешли в клуб «Артефакт». Есть такой замечательный московский и вообще международный деятель Александр Гаврилов, который нас туда позвал. Думаю, что мы принесем клубу невероятные барыши. На следующий день после закрытия пирогов на Никольской он позвонил мне и сказал, сколько вы хотите денег, чтобы «Полюса» были у нас. Да. Значит, далее мы там существовали год, видимо, барышей не принесли, и были оттуда почетно изгнаны. Уже это «Артефакт» закрылся. Вместе с Гавриловым. «Артефакт» закрылся уже спустя какие-то годы, совершенно ни при чем точно. Дальше мы перешли просто в клуб «Пирогин», клуб «Берингва». Да. Мы перешли, потому что открылся после ремонта книжный. Вот я называю, кстати, все эти клубы, они довольно легендарные, к сожалению, они все уже закрыты. Вот. В «Билингве» мы какое-то время тоже работали, пока «Билингва» тоже не закрыли. Не сгорела. Не сгорела. Нет, загорела она раньше. Но я понимаю, это жутко. Да. Значит, «Билингва» исчезла, к сожалению, и, в общем, мы решили, что вечера этого цикла теперь будут проходить в Государственном литературном музее, потому что государство у нас крепкое. Сильно, и я надеюсь, что ничто нам не помешает проводить цикл вечеров «Полюса» вот, в Государственном литературном музее. То есть, если сгорит, то все.